Вслед за объявлением компании Toshiba о начале массового производства флеш-чипов памяти по технологии 19 нанометров, компания Wayland Memory выпустила свой новый массив 6000 серии 6264. Данный массив имеет в два раза большую емкость, чем предыдущий флагман 6232 при меньшем энергопотреблении. Для наших заказчиков это означает возможность разместить более 40 терабайт полезной информации в рамках одной системы и меньшую стоимость за 1 гигабайт хранимых данных.